кратко. Почему? Потому что вот все, что сейчас говорили про меня, те, кто были на сцене, я готова подписаться под каждым словом. Могу сказать вам только одно, что мы очень дорожим тем, с чем работаем, и очень дорожим теми, с кем работаем. И мы отвечаем за все, что мы вам предлагаем, за все, что мы предлагаем, за то, что обещаем, за то, что говорим, за то, что даем и за то, что делаем. И хочу сказать только одно. Вы можете остаться при своем мнении и сказать, что вы, какая косметика, когда на улице так все дорого, когда на улице так холодно, да? Лишь бы было здоровье. Да, здоровье есть. Но если вы внешне выглядите не соответственно своему здоровью, то как окружающие вас будут принимать? Никак. К сожалению, никак. И иногда даже самая элементарная дверь, в которую нам нужно попасть по нужде, будет для нас закрыта. Поэтому думайте всегда о двух вещах. Первое – это чтобы быть здоровыми, а второе – чтобы ваше здоровье было обязательно видно сверху. И тогда мы будем вас воспринимать именно такими, какими мы являемся. В компании «Oriflame» все, кто уже работают давно. Я в компании работаю уже 18-й год, и за мою жизнь на глазах прошло огромное количество людей. Вы знаете, я сейчас с удовольствием за ним наблюдаю, собственно, я это делала всегда. Какими приходили, какими становились. И какие они сейчас. И самое приятное, что есть, они с каждым годом становятся все здоровее, и они с каждым годом становятся все красивее. А знаете почему? Потому что у нас совершенно другой образ жизни. В Oriflame есть тот образ жизни, в котором мы живем, который, к сожалению, не может быть полностью принятой вот той атмосферой, которая у нас есть в жизни. Почему мы с удовольствием, например, всегда привлекаем и приглашаем вас приходить и к нам? Потому что наш образ жизни позволяет нам выглядеть так, как мы хотим, позволяет быть здоровыми, позволяет питаться так, как мы хотим, позволяет, знаете что, просто элементарно, чаще улыбаться. Потому что мы не обращаем внимания на те мелочи, которые у нас в жизни случаются, да? Мы даже в самом плохом деле, в самом плохом каком-то моменте все равно видим всегда хорошее. И что еще одно из важных качеств, которое присуще каждому орифлемовцу, это мы намного добрее, чем все люди в окружении. Поэтому я с большим удовольствием все 18 лет с большой гордостью приглашала к нам и всегда говорила, не хотите регистрироваться, не хотите подписываться, не вопрос, будьте нашими клиентами. И из того ассортимента продукции, который у нас на сегодняшний день есть, вы обязательно найдете что-то свое. Понятное дело, что любить все 1500 продуктов невозможно и перепробовать их на себе невозможно. Но 1-2 выбрать всегда можно, потому что за нами что? У нас качество, у нас ценовая политика и у нас гарантия качества того, что мы предлагаем. Рынок огромный, на рынке есть все. Иногда, знаете, сложно выбрать, где качество, а где деньги будут играть роль, да? Знаете, мы вот на протяжении 20 лет, что работаем на российском рынке, мне кажется, уже подтвердили свою репутацию, которая, в принципе, на сегодняшний день и не может быть не то чтобы запятнана, не может даже подвергаться какому-либо сомнению. И последняя наша совершенно уникальная новинка, у нас их очень много, у нас в прошлом году был знаменитый тем, что мы впервые, одна из косметических компаний, заявили независимую компанию FireTrine, о том, чтобы нас проверили на предмет того, что мы делаем, как мы делаем и из чего мы изготавливаем свою продукцию. И наша серия Eco Beauty получила все сертификаты. Я вам хочу сказать только одно, аналога на рынке нет. И нет на сегодняшний день ни одного продукта косметической продукции, любого бренда, который бы обратился в независимое агентство FireTrine с тем, чтобы сказать, да, мы готовы заявить миру, что мы подписываемся по каждым словам, под каждой буквой, под каждой запятой относительно того, что мы делаем, как и что мы предлагаем. И вот сейчас я с особой гордостью представляю вам новый продукт, который у нас выйдет буквально в следующем каталоге, новый крем «Экологен». О нем можно много говорить, я могу сказать только о том, что его нужно просто использовать. И как женщинам, так и мужчинам. Почему? Потому что здоровье внутри, но здоровье внешнее, оно, безусловно, всегда будет идти вместе. Основной момент и основной, скажем, отличительный знак крема «Экологен» – стволовые клетки растений. Что такое стволовые клетки растений? Это единственная клетка в природе на сегодняшний день, которая не стареет. Единственная клетка в природе – это стволовые клетки растений. Что такое стволовая клетка растений? Да? Это у кого есть огород?
Есть огород? Сажаем на огороде овощи, цветы, растения. Они вырастают. За счет чего? За счет половых клеток. А почему мы с вами стареем? Потому что мы теряем коллаген. А что такое коллаген? Это белок. Белок, который отвечает за молодость. В растениях он есть. Он из маленького семечка вырастает в огромный плод, который мы потом видим, да, или в огромный цветок, или в огромный куст. К сожалению, у нас с вами в организме здоровый коллаген никак не вырастет, если мы ему не поможем. Коллаген – это белок. Так вот, новый крем наш, он так и называется, коллаген. Почему? Потому что он в огромном своем объеме содержит в себе именно вот белок стволовых растений. И я не буду сейчас долго рекламировать, я хочу, чтобы вы его просто использовали на себе. Важно только вот пару моментов скажу, что тестирование и исследование нового крема, вообще новое тестирование, проводилось у нас в России. Впервые в моей практике, пока я работаю в компании «Юклин», я одна из старейших сотрудниц, да, в России, в тестировании участвовали женщины 35-45 лет, не менее 1000 женщин было. Им был предоставлен ряд косметических средств по уходу за лицом. Естественно, они были в банках и не имели никакой либо этикетки. И надо сказать, было очень интересно, когда большой процент женщин, больше, я бы даже сказала, самый больше, сказали, а вот дайте нам вот это, то, что было вот в этой круглой баночке. Понимаете, вот даже на фоне всей линейки, которая у нас есть, все продукции, коллаген все равно заставил обратить на себя внимание. Ну и чтобы вы совсем не поверили, что я говорю вам правду, у меня с собой есть 3 крема, да, он еще у нас нет в продаже, но я уже его привезла, я вам предлагаю сейчас его подарить. Сложно подарить 3 крема на элементар, поэтому не будем долго голову ломать, пусть это будет самая элементарная лотерея. А вот как? Мы вам поможем. За стаканчик? Вот, Андрей. Крем уже совершил всему молодец. Знаете, да, крем побывал в ваших 2 успешных руках, успешных лидеров, Ларисы, наверное, точно будет заряжен чем-то. Так, я вам даю крем. Быстро-быстро, эффективно. Быстро-быстро-быстро. Мужчина кому нужен? Мужчина, а вы понимаете, женщина.